Здравствуйте, уважаемые друзья и подписчики моего канала, с вами снова Сергей. Вновь, в очередной раз, продолжаю тему распаковок. Те, кто досмотрит это видео до конца, смогут поучаствовать в конкурсе, в котором мы разыграем 500 рублей. Сегодняшняя посылка представляет собой вот такую коробочку. Сейчас мы ее распакуем и посмотрим, что там внутри. Получил я ее сегодня. Сегодня у нас 25 ноября 2016 года. Так, давайте перейдем к распаковке. Это коробочка у нас с приспособлениями для велосипеда. Если быть точным, это для того, чтобы можно было перебортовать колесо. Легко и просто. Что-то примерно она скрывается. О, вот так вот она скрывается. Вот. В этом наборе есть съемники. Вот они. Три штучки. Специально для разбортовки колеса. Для снятия покрышки и снятия камеры. Также в этом наборе есть клей универсальный, Rubber Solution, средство, щеточка, инструкция, как пользоваться. Сначала нужно щеточкой хорошенько обработать поверхность, потом нанести клей, подождать 5 минут, приклеить накладку и все, забортовать обратно колесо, и можно ехать дальше. И вот здесь вот различные накладки. Его отдираешь и приклеиваешь туда. Разного диаметра для разных видов дырок, трещин, порезов и так далее. Вот такая вот простая коробочка, очень удобная. Я надеюсь, она мне будет служить долгой верой и правдой. Сейчас мы с вами еще перейдем на сайт AliExpress и посмотрим, насколько она мне обошлась и сколько составила доставка этого товара. Итак, мы находимся на сайте AliExpress. Как видите, стоимость была 161 рубль 20 копеек. Заказывал я 25 октября, сегодня 25 ноября. Шел вместе. Описание полностью соответствует тому, что я получил. Осталось нажать кнопочку «Подтвердить получение товара» и оставить лого. И теперь бонус тем, кто досмотрел это видео до конца. Разыгрываем 500 рублей, будет у нас 3 призера, 300, 150 и 50 рублей. Итоги мы подведем тогда, когда под этим видео наберется 100 лайков. Сейчас здесь появится еще парочка скриншотов, вы сможете посмотреть не менее интересные видосы, которые снял раньше. С вами был Сергей, вы находитесь на канале «Удивительное рядом». Желаю вам всего самого наилучшего, пока!